Всем привет! Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа. Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин, и его 20-летняя подруга Лиана Волкова после года отношений поженились. Пара провела церемонию бракосочетания под открытым небом на террасе одного из столичных заведений. В сети появилось видео с трогательным моментом: отец невесты ведет ее навстречу жениху. Запечатлела на память это событие светская львица Яна Рудковская. Поздравляем Арсения и Лиану Шульгиных с таким прекрасным днем в их жизни и, конечно, их родителей. Красавица-невеста выбрала платье-бюстье цвета айвори с длинными прозрачными рукавами, обнажающими плечи, и невероятно пышной юбкой. Однако даже за таким многослойным объемом зрители углядели интересное положение девушки. Валерия скоро станет бабушкой, счастье молодым. Красивая пара! Как это приятно и трогательно! Какая красивая невеста, ура, Валерия станет бабулей! Радостно стали комментировать пользователи сети. Однако многие осудили Рудковскую за то, что она опередила родных и поделилась столь эксклюзивными кадрами. Напомним, что пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе. Молодожены принимают подарки и поздравления от друзей и близких. Они отмечают торжественное мероприятие на природе. По данным источника, Арсений Шульгин взял свадебные расходы на себя. Он давно зарабатывает сам и не зависит от родителей. Напомним, что предложение девушки Арсений сделал в ресторане в Москве-Сити. Долгожданный вопрос Лиане был задан в виде бегущей строки на фасаде здания «Меркурий». Сын Валерии подарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!